На родине последнего опрыжка Карпат, легендарного закарпатского Робин Гуда Миколи Шугая, гордо высится церковь Святого Духа, построенная в 1759 году. Башня над бабинцем этой красавицы увенчана граненой маковкой, фонарем и круглой главкой. На коньках остроконечной крыши появляются небольшие фонарики с главками, увенчанными крестами. Иконы Святодуховской церкви вмонтированы в иконостас Лемковской Шелестовской церкви, которая находится в Ужгороде. Всемирную славу Калачаве принес известный чешский писатель Иван Ольбрахт, сделав ее центром развития событий романа «Микола Шугай. Разбойник». Нынешней популярностью Калачава обязана своему знаменитому земляку, депутату Верховной Рады Украины Станиславу Ржевитину, основавшему проект «Калачава. Село 10 музеев». Калачавский скансен «Старое село» – это первый в Закарпатье сельский музей народной архитектуры и быта. И, несомненно, это культурное явление требует отдельного рассказа.